Работы на шэрагу аб'ектаў у Смаргоне, сёлетняй сталіцы абласнога фестывалю кірмашу, працаўнікоў сяла Дажынкі амаль на фінішы. Яшчэ ў кастрычніку запланавана завяршыць аднаўленне вуліцы Савецкая. Тут, як вядома, пройдуць асноўныя мерапрыемствы абласнога свята хлебарубаў. Одни из самых основных объектов – это реконструкция улицы Советской. Это от кольца на выезд на Ашмяны к кольцу центральному возле гостиницы. Работы уже выполнены в достаточно большом объеме. Сейчас ведется асфальтирование верхнего слоя. Завершаются работы по укладке плитки. И я думаю, работы будут завершены в октябре. Продолжаются ремонты и інших дорог республиканского и мясцовага призначения, подъездных шляхов до столицы сюлетних дажинок. Озеленяется территория, обновляются социальные, культурные и спортивные объекты районного центра, у тым ліку у заходнем и усходнем микрорайонах Смаргоні. Активно ведутся работы по Дому культуры, по капитальный ремонт с модернизацией. Там полностью все помещения ремонтируются, фасад. Будет новая сцена, новые декорации, будут заменены все стулья в зале. Нагадаем, что региональные свята хлебарубаў Дажынкі 2019 у Смаргоне пройдут 23 листопада. Продолжается работа со сценарием проведения фестиваля кірмашу. Уже вядома, что особливое место у программе займут подворки сельгасорганизаций. Будет организована выстава живёл и техники. У адраконструяваным районным центре культуры отбудется узнагороджение лепших працаўнікоў агропромыслового комплексу региона. Рыхтуется великая концертная программа.